столице региона открылся 6-й по счету конгресс местных властей Евразии на пути к реализации целей устойчивого развития. Он проходит под эгидой Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Это событие международного масштаба, и интерес к нему проявляют за рубежом. Welcome to Чебоксары. Такое количество гостей мог принять только зал театра оперы и балета. Среди участников конгресса – делегации из 100 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. От Монголии до Южноафриканской республики. Организаторы подсчитали, что делегаты конгресса представляют интересы более 300 миллионов человек. Конгресс местных властей Евразии – это уникальная площадка для обмена опытом и лучшими практиками между мерами городов в решении задач государственного и муниципального управления, повышение качества жизни, благосостояния и благополучия населения территории. Наш приоритет – инвестиции в человеческий капитал, в развитие интеллектуального потенциала нации, инновационное развитие республики. Форумы такого масштаба для принимающей стороны – шанс максимально раскрыть свой потенциал. Самое главное для города – это Волга, это источник воды. И питьевой, и хозяйственной, и технической. Поэтому мы понимаем ценность качества воды и делаем все для того, чтобы ни одна капля неочищенной воды вновь не попадала в Волгу вместе со стоками. Чебоксары тиражируют и образовательные проекты. От технопарка «Кванториум» до летних читальных залов. В самых оживленных и самых излюбленных местах, где любят отдыхать горожане и гости столицы, мы развернули буккроссинги, шатры-читалочки и проводили летние чтения, различные мероприятия. Вот за 3 года 102 тысячи человек. И мы даже учителям, которые готовят олимпийских призеров на Олимпиаду, чемпионов, 150-250 тысяч за эти я закидаю. В Татарстане татарский язык изучает, чувашский язык изучает, литературу обеспечивает. Объединенные города и местные власти как раз и продвигают в массы лучшие практики. Президент Евразийского сообщества, мэр Казани, отметил, что за последние годы на мировой арене повышается роль властей регионов. Более 14 лет назад мы собрались для создания ОГМВ, и тогда одним из самых волнительных для нас вопросов был, как сделать голос местных властей услышанным на международной арене. Сегодня с уверенностью можно сказать, что наша организация справилась с этой задачей. 11-я цель устойчивого развития в принятой 3 года назад повестке дня ООН до 2030 года звучит так. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов. А мэры в последние годы выступают на глобальных саммитах наряду с главами государств и министрами национальных правительств. В приоритетной стратегии огромная роль отводится культуре. Одна из задач – развитие ремесел. Михаил Игнатьев отметил, что в регионе о своих традициях не забывают. В республике Мире и Согласии проживают представители 128 национальностей и 8 этносов. Приятно, что столице Чувашской республики доверено стать местом проведения столь представительного мероприятия. Убежден, что межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество – является одним из эффективных инструментов тиражения лучших успешных практик. Одна из лучших практик столицы региона – Балдашколяд. Недавно городской проект вошел и в национальный календарь событий. Президент Всемирной организации МФО Парк Стау говорит, что у Чебоксар необходимо перенимать опыт. Местные власти городов России добиваются больших успехов в области локализации целей устойчивого развития. Но эти практики должны быть внедрены в городскую стратегию развития. Чебоксары вносят большой вклад в укрепление евразийского сотрудничества. Нам интересны проекты в сфере образования, культуры, а также строительства инфраструктуры. Все доклады и проекты лягут в основу приоритетной стратегии. Предоставленные в ходе мероприятий Конгресса лучшие практики развития городов будут полезны при реализации муниципальных программ, выразил уверенность глава региона Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.